Привет! Сегодня буду показывать вам свои медали. Вот они все. Сегодня буду их считать. Сегодня расскажу, каких, за какую дистанцию, сколько. Вот. И сегодня мы их, в общем, всех сосчитаем. Всех, прямо всех. И сегодня мы их даже еще и... Блин. Еще и даже взвесим. У меня есть весы для этого дела. Но, как говорится, ребята, все по порядку. Давайте сразу сходу. Первый вопрос. Как вы думаете, сколько их штук здесь? Реально, вот сколько их здесь у меня? Это все мои медали за 5 лет. Сколько их здесь? Вот вам первый вопрос. Да, и ну смотрите, сколько, да? И ребята посмотрели, да? Какие они шумные. И варианты ответов. Сколько их здесь? Итак, поиграем в такую вот игру. Вариант А. 118 штук. Вариант Б. 128. Вариант С. 138. И вариант Д. 148 медалей. Какие у вас будут варианты? Проверим сегодня вашу интуицию. Поехали. И начинаем обзор моих медалей. Начнем. Ой, у меня тут все попадало. Давайте, что возьмется, то начнется. Значит, буду показывать медали. Если кто-то увидит вдруг такие же медали, как у себя, ну напишите в комментариях, очень интересно. Вдруг мы бежали в одном забеге, да? Это значит медали, это сверхмарафоны. То есть это все, что больше марафона, вот эта вот часть, это все, что больше марафона, но меньше сотки. Так, здесь, значит, это Фермопила 85, здесь, значит, Раловская верста 45, ну, вот такие, Романовский марафон 50, 75, вот и 5, 50, в общем, вот такие вот медальки. Этих медалек всего от, ну, в общем, больше марафона, но меньше сотки, их всего у меня, где у меня подсказка, сверхмарафона 16 штук, поехали считать. 16 штук. Итак, погнали. Значит, ребята, у вас были варианты, да, какие-то? Вот здесь. Давайте возьмем фломастер. Давайте я вам подскажу, как ваша интуиция, что подсказывает, как вы думаете, какой вариант правильный. Давайте вычеркнем один неправильный вариант. То есть, сколько их, как вы думаете? Неправильный вариант 128. Это вариант неправильный. Остается 3 варианта. Если кто-то думал, что их 128, то извините, вы ошиблись. Ваш ответ неправильный. Продолжаем игру. Думайте, сколько же их действительно может тут быть. Следующий, значит, что мы тут... Вообще, все там падает, все там капец. Это значит, ребята, полумарафоны. Вот, сколько у меня полумарафонов, кто бегал. Тут полумарафонов у меня 29 медалей, 29 штук, 29 полумарафонов у меня было. Тут вот Семигорье, Рантайм, Екатеринбург, кто бегал. Февральские метели тут, вот, Уральские зори. Забег. У кого-то, может, вот такая медалька есть. А? Вот, что тут еще у нас есть? Ёж-Каролинский полумарафон. В общем, крутим-вертим. Вот Ижевск. В общем, разные медальки. Шартаж, кстати. Вот. Всего 29 полумарафонов. Это за 5 лет. Не так уж и много. Да? Вот. Возвращаемся к нашему вопросу. Сколько же всего медалей?
И давайте вычеркнем еще один неправильный ответ, потому что, ну, чтобы было легче. В общем, ребята, кто думал, что их 138, вы, ребят, не правы. Их не 138. Их никак не 138. Остается два варианта. 118 и 148. Давайте. Думайте, сколько? 118 или 148? Какой ответ правильный? Мы скоро уже узнаем. Поехали дальше. Дальше давайте... О, марафоны. Марафоны, ребят. Марафоны. Марафонов у меня 19 штук. 19 медалей, 19 марафонов. Значит, это Европа, Азия. У кого есть такая медалька, пишите в комментариях обязательно. Интересно, сколько тут таких людей, таких же, как я, которые вместе со мной бежали. Казанский марафон, пожалуйста. Вот первая Европа, Азия, мой первый марафон, пожалуйста. О, Канжак. Видно? Или не видно? Вот, ну, в общем, это Канжак. Да, дальше, что у меня тут есть? О, Белые ночи, Питер, бегал. Это Пермский осенний марафон, который еще в Балатовском парке проходил. Чего вам еще тут показать? О, Московский марафон. У кого есть вот такая вот медалька московского марафона? А? В общем, вот. Ну, тут много всего. Вот, Пермский марафон. Опять же, много всего. Всего 19 медалей. Считаем, да? Складываем это все в копилку. Итак, ну что? Настало время узнать правильный ответ. Сколько же все-таки у меня медалей? Итак, либо 118, либо 148. Итак, называйте ответ прямо сейчас. Ну, все, давайте. Вы дали ответ, все. Теперь правильный ответ. На самом деле, 148, ответ неправильный. А на самом деле их всего 118 штук здесь было. 118 медалей. Правильный ответ 118. Кто изначально назвал цифру 118, тот, ну, победил. Возьмите печеньку где-нибудь в холодильнике. Ура! Налейте себе чая, вы это заслужили, у вас хорошая интуиция. И, ребята, возвращаемся. Теперь у нас второй вопрос. Сколько весит вся эта куча медалей? Вы видели эту большую кучу? Варианты ответов. От 2 до 3 килограмм, от 3 до 4 килограмм, от 4 до 5 килограмм и от 5 до 6 килограмм. Сколько весит вся эта куча медалей? Вот такой вот вопрос. 2-3 килограмма, 3-4 килограмма, 4-5 килограмм, 5-6 килограмм. Ваши варианты ответов. Думайте. А дальше, значит, что я вам покажу? Дальше я вам покажу... О! Это ультрамарафоны. Это все, что 100 километров и больше. Ну, вот эта связка мне под руку попалась. Значит, это гонка на выживание Челны. Это 100 километров. Челны 100 километров. 100 километров, опять же, Червень. 100 километров Челябинск, много соток от, это сутки, Москва, Кубок России, Эльтон, ребята, Эльтонище, Череп Орла, я последний, кто его получил, больше такой Череп Орла никому не давали, сутки Урала, чемпионат Свердловской области, ну, в общем, тут много всего, сутки бегом Москва, гонка на выживание. Ну, в общем, как-то так, да, друзья. О, кстати говоря, да, это Волгоград. Тоже сутки в Волгограде. Всего, значит, сверхмарафонов 16, нет, 14 сверхмарафонов. Всех их копил. Значит, возвращаемся.
к нашему вопросу. Итак, мы сейчас вычеркиваем неправильный ответ. Если вы думали на него, то, ну, неправда. И значит, неправильный ответ – это 2-3 килограмма. Не 2-3. Остается вариант от 3 до 4 килограмм, от 5 до 6 и от 4 до 5 килограмм. А правильный ответ скоро уже узнаем. Скоро, скоро. Ну, а пока настало время. Настало время. Показать еще медальки. Сейчас у меня тут просто это... Под стол все упало. Я достану. Друзья, я вернулся. Итак, медали. Это медали. Тоже медаль участника. За, в общем, тут дистанции 15 километров и меньше. Пятнашки, десятки, пятерки, тройки. Вот у кого вот может быть вот такая медаль есть за Бег РФ этого года. У меня их даже две. Я потому что за Бег РФ бежал в Екатеринбурге и в Нижнем Новгороде. В одном онлайн, в другом не онлайн. Вот Ренисбег, тут пятерка Пермского марафона. Что тут еще интересного есть? Вот и Талмас. Ну, в общем, вот. Сильвер Ран. Привет, Егор Серебренников, если ты смотришь. Сильвер Ран. Что еще тут вам показать? О, Тула. Мой личник на десятке, Тула. В общем, всего таких медалей, которых меньше, ну, пятнашка и меньше, 14 штук. 14 штук. Значит, поехали дальше. Вычеркиваем неправильный ответ. Ребята, вычеркиваем неправильный. Кто думал, что 3-4 килограмма? Нет, это ответ неправильный. Итак, остается два варианта. 4-5 килограмм, либо 5-6 килограмм. В каком из этих промежутков... Ну, сколько вес? Сколько вес всех медалей, как вы думаете? 4 килограмма, 5 килограмм, может быть 6 килограмм, или... Сколько? 4-5, 6, 4,5, 5,5... 6,5. Ну, 6,5 не может быть, потому что меньше 6 уже. Вот. Ну, вот думайте. Еще есть время, чтобы принять окончательное решение, но скоро все узнаем. Итак, а теперь покажу. Это медали из серии призовые. То есть это за первое, за второе, за третье место. Это уже не медали участников, это медали за какие-то конкретные места. Значит, здесь что есть? О, первое место за 100 километров в Чердане. Это второе место за 75 километров. Тоже, кстати, в Чердане. Это третье место полумарафон Ислам. Первое место Чертуловский полумарафон. Так, третье место полумарафон. Это в Кубке. Первое место, это значит, первое место 85 километров. Третье место полумарафон. Ой, сколько тут всего. Так, я уже запутался. Мостобег. Первое место. Это за первое место на марафоне в Москве. Кстати, марафон, который проводил Дима Ерохин. Проводил и за первое место у Димы Ерохина. Вот такой вот, такая вот медалька за первое место. С цифрой 2. Вот так вот. Привет Диме Ерохину. Вот так вот ты проводишь. Это значит Добрянка пятерка второе место. Это значит за марафон. За третье место. Что тут еще есть? О, третье место в 6-часовом. В общем, ребята, тут на самом деле много всего. Можно долго смотреть. Вот второе место. Это чемпионат Свердловской области по суточному бегу. Второе место в абсолюте у меня... В общем, тут действительно можно много смотреть. Второе место на сотке. В общем, много. Всего призовых медалей 26 штук. 26 штук. Вот. И, ну что, ребят. Сейчас, ничего не падает. Сейчас настал тот момент, когда мы будем взвешивать медали. Когда мы узнаем, какой ответ правильный. То есть, в промежутке от 4 до 5 килограмм или от 5 до 6. Итак. Ваше последнее слово. От 5 до 6 или от 4 до 5.
Сейчас все узнаем. Взвешиваем. Включаем, значит, весы. Убух. Да. Весы включились. Итак, поехали. Процедура взвешивания. Так, давай. Значит, процесс этот очень серьезный. Еще вот это надо навесить. Еще вот это надо навесить. Вы помните их? Тут целых 118 штук. Кто угадал, что их 118? А? Молодец. Кто не угадал, ну вот такая вот у вас интуиция. Это игра. Кто-то угадал, а кто-то не угадал. Навешиваем, навешиваем, навешиваем. И... ну что, друзья, сейчас мы все узнаем. Так. Так, настраиваем. Тут просто это... они долго грузятся, на самом деле. Все, они загрузились. Итак, поехали. Смотрите. Вот идет процесс взвешивания. Видно, не видно. Ребята, сколько там? 5355. Вам видно? Я надеюсь, что видно. Вот, 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 видно, да? 5355. 5300. Вот такой вот вес. Ну, все. В общем, мы взвесили. Мы узнали, что их тут 118. Мы узнали, что они весят 5 килограмм 355 грамм. И правильный ответ. Правильный ответ от 5 до 6. От 4 до 5 ответ неправильный. Ну что, вот такие вот ответы. Кто думал, что медали 118, молодец. У вас очень хорошая интуиция. Кто думал, что вес медали от 5 до 6 килограмм, тоже молодец. У вас тоже очень-очень хорошая интуиция. Кто угадал и там, супер, вы вообще мега экстрасенс. В общем-то, все. Такие вот дела. Такие вот вещи. Еще раз показываю свои медальки за 5 лет. Вот столько вот у меня их. Ура. Что? Улыбаемся. В общем, бегайте, участвуйте в забегах, зарабатывайте медальки. В общем, бегайте, занимайтесь спортом. Пока!